Всем привет! С вами снова Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу рассказать вам о компании Bio Beauty, точнее о ее косметике, с которой мне довелось познакомиться. Мне было предоставлено два средства: лак Demictan и минерально-солевой комплекс Bio Scrub для гигиены и глубокой очистки кожи тела и ног. И сейчас я более подробненько расскажу свои впечатления о каждом из этих средств. Начать хочу с лака Demictan. Вообще, конечно, впечатления у меня двоякие. Сначала хочу о минусах. Лак довольно густой, белого цвета, больше похож по внешнему виду, по запаху, по консистенции, по ощущениям на коже на клей ПВА, очень густой клей ПВА. Он ложится пленкой, и если вдруг вы испачкали палец, там руки, то вы просто катаете их, эти пачки, и лак снимается такой пленкой, сползает. В коробке есть лопаточка, которой нужно все наносить, ну, плюс инструкция. Ну, там информация есть и на самой коробке, и в инструкции. Вот. Есть вот такая лопаточка, честно говоря, больше похожая на ложку, которую в кафе дают чай размешивать. Наносить ей клей. Вот видите, наносить ей лак очень трудно. По инструкции его нужно наносить тонким слоем, равномерно по ногтю, по кутикуле, вокруг ногтя. В общем, какие-то такие моменты. Лопаточкой вот этой сделать это очень сложно. Тем более она дырявая. То есть явно, я не знаю, что преследовал производитель, предлагая такой вариант в виде лопаточки. Чего он вообще хотел добиться. То есть у него нету лопаточки, она не предполагается быть. В общем, данным видом лопаточки очень трудно нанести лак тонким слоем, растереть его, чтобы он впитался. Ну, в общем, сами понимаете, минус есть минус. Соответственно, хранить лак нужно в холодильнике, в этом отделении, где лекарства и всякое такое. Но он очень быстро сохнет. То есть вот по краю он уже покрылся пленкой. Неважно, в холодильнике он стоит или где-то еще. Если где-то еще, он просто моментально засыхает. В общем-то, полно минусов и плюсов. Я даже не знаю, есть ли плюс. Если в плане воздействия, да, на ногтевую пластину, на какие-то грибковые заболевания ногтей, на какие-то еще присутствующие, не знаю, аномалии, да, особого суперэффекта я не заметила. То есть, чтобы прям вау. Наносила его каждый день, ну, иногда пропускала, может быть, день, просто потому что, ну, забывала. Вот. И сказать, что по истечении там месяца нанесения каждый день я заметила какого-то супер-пупер результат. Ну, результат есть, но он не мгновенный. То есть нужно его, наверное, допользовать до конца, чтобы был какой-то результат действительно колоссальный по сравнению с первоначальным этапом. Вот, поэтому, ну, лак как лак, то есть ничего такого выдающегося я сказать не могу. Результат он дает. В сравнении, например, с другими лаками,
антибактериальными какими-то антигрибковыми. Я ими не пользовалась, поэтому сказать не могу. Но думаю, что поставить рядом с ними на полочку в аптеке можно. Вполне себе достойный лак, но ничего такого выдающегося. Просто лак, который помогает избавиться от каких-то аномалий на ногах, на ногтях. Ну, на ногах, скорее всего, потому что на руки я не мазала. Вот. Далее, биоскраб. Биоскраб мне безумно понравился. Я вам вставлю фотографию до и после моих пяток. Результат меня, конечно, потряс прям, ну, вообще колоссально. И ощущения мне понравились. Единственное, ну, это уже не недостатки, да, продукта, а скорее недостатки моей ванны. Просто было неудобно его наносить и держать. Вот, одному это, конечно, очень сложно сделать. Лучше, если вы пошли, например, на массаж, и там можно попросить сделать такую штуку, такую маску на ноги. Вот. В домашних условиях, если у вас, например, душевая кабина, а не ванная комната, то это сделать очень трудно. Испытано на себе. Так вот, вставлю вам фотографию до и после моих пяток, вот как было до обработки биоскрабом и после. Хочу сказать, отметить, да, что вы видели фотографию. Естественно, я не довожу свои пятки до такого состояния каждый день. Это было сделано ради эксперимента. Ну вот, то есть я изначально довела пятки до такого состояния. Не буду рассказывать подробности, да, как я это сделала. Но изначально специально так было спланировано, чтобы как можно больше грубых тканей было на пятках. И я воспользовалась этим чудо-средством. Почему чудо? Потому что эффект просто потрясающий. Вы видите разницу. Я сама просто обалдела. Он вот в такой коробке и в банке. Банка довольно большая. На самой банке объем не написан. Здесь где-то есть объем. Не буду вам подпишу на экране, если просто не хочется сейчас занимать время. Сам солевой скраб, он вот такого серенького порошочка с небольшими микрочастицами какими-то, ну, видно, соль крупная помолота, вот морская. Ощущение очень прикольное, то есть разводится водой, буквально несколько капелек воды, и кажется, становится такой, вернее, порошок становится такой жидкой, кажется, ну, даже не могу с чем сравнить. То есть вы сами почувствуете, что вот сейчас уже хватит воды, и нужно наносить средства на ноги. В принципе, его можно наносить и на тело, и на лицо. Вот, для каждой части тела своя временная дозировка. Ноги самое длительное время, от 15 до 20 минут. Мне было очень сложно, я уже говорю, повторюсь, у нас душевая кабина, и мне было очень сложно проводить данную процедуру в нашей ванной. Я, наверное, высидела минут 10, просто больше невозможно было, ну, неудобно. Вот. То есть я бы посидела подольше, оставлю это средство на лето, попробую его на даче, и думаю, что просто супер будет. Оздоровлю себе пятки. Вот. Средство очень классное, мне понравилось. То есть вы видите сами разницу и ощущения на ногах, да, то есть ноги стали гладкие. Даже само вот это ощущение, когда вы наносите этот биоскраб и массируете себе пяточки. Очень приятный такой массажный эффект, приятные ощущения. Легкое такое какое-то, как будто бы легкая вибрация от вот этого массажа.
И потом, когда вы смываете уже все через спустя там 15-20 минут, ощущение просто потрясающее. Гладкая, бархатистая, упругая кожа, чистая, без всяких каких-то, не знаю, мозолей, натоптышей. Все это куда-то исчезло. Просто обалденная штука. Советую попробовать, если доведется познакомиться с этой компанией. Ссылочку на компанию оставлю под видео и ссылочку на средства также на каждое из средств оставлю. Посмотрите, познакомьтесь. Этот биоскраб советую очень попробовать. Просто потрясающая штука, если у вас проблемные пятки. Конечно, не такие, как на фото, но может быть даже хуже, а может быть и чуть получше. Справляется на ура. Если запущенный случай, естественно, можно подержать подольше. Я держала, как я уже сказала, где-то минут 10, наверное. Просто от того, что было неудобно в душе это делать, а не в ванне. Вот, поэтому советую познакомиться. Мне это средство очень понравилось. Вот такой у меня был обзор. Надеюсь, было интересно и полезно. Если так, то поставьте мне пальчик вверх или вниз, как вы сами хотите. Мне будет в любом случае приятно. И проходите в инфобокс под видео по ссылочкам, знакомьтесь с компанией, знакомьтесь со средствами. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.